Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я вас рад приветствовать на своем канале. Сегодня у нас такой потрясающий, теплый, безветренный мартовский день. И мы решили, значит, сходить прогуляться на гору Главную. Ну, как вы помните, друзья, на канале уже у меня есть десятки видео, где мы ходили на гору Главную. Но сегодня такая отличная погода, что мы решили сходить туда. Гора находится вон там высоко. И сегодня в этот поход с нами отправляется вот эта вот команда юных любителей походов. Да. И тетя Марина, естественно, она тоже с нами идет. Поэтому смотрите, здесь у нас остатки снега. Снега, который уже тает. Он такой липкий, мокренький. Вот. Поэтому давайте, оставайтесь на канале. Мы собираемся. Пока сюда доехали, машину уделали, смотрите. Все грязное такое. Ну, потому что там все растаяло, друзья. Поэтому машина просто чумазая, это вообще. Придется заказывать комплекс. Все тает, сейчас всю дорогу так будет. Всю дорогу будет таять, друзья. Времени у нас 12:20. Мы только начали, можно сказать. Поход продолжается. Грязновато, конечно. Но мы легких путей не ищем. Смотрите, друзья, какие тут лужи, ништяк. Это достаточно, кстати, глубокая лужа достаточно. Давайте с левой стороны ее будем обходить. Обходите с левой стороны. Держим равновесие, в лужу не падаем. Друзья, всем рекомендую обязательно сходите на гору Главную. Ну, называется гора, по большому счету это сопка. Вот. И сходить сюда имеет смысл несколько раз. Сходить сюда весной, осенью, ну, зимой тяжеловато, если, только если снега было мало. И обязательно сходить сюда летом. Значит, летом здесь очень интересно идти. Дорога такая заросшая со всех сторон. Вот смотрите, мои записи, как я сюда ездил на мотоцикле. Зимой здесь тоже очень красиво, вот. И самое интересное, если сюда прийти вечером и дождаться заката в хорошую погоду, то здесь очень просто шедеврального качества закат здесь. Во-первых, далеко видно в сторону Славянки, юга сюда. И море в лучах солнца становится таким золотым. Просто фантастический пейзаж. Я, кстати, снимал несколько видео, оставлю ссылку под каналом, смотрите. Ну, очень круто, всем рекомендую. И вот в этот раз тетя Марина тоже соблазнилась, так сказать, и решила испытать свои силы походом на эту величайшую гору. Что там случилось у тебя? Тебе нужна эта палка? Нет с собой сейчас? Может быть, выбросим пока ее? Нет, палка нам нужна. Лопату мы с собой взяли обязательно. Вот эта зеленая лопата нам потребуется. Ты что будешь ей делать, Илья? Копать. Давайте обходим грязь. Обходим. Давайте, давайте, обходите грязь. Тимоша, обходи грязь давай. У детей немного испачкались ноги. Это вообще жесть, конечно. Их надо будет стирать просто. Вы смотрите, это, конечно, жесть просто. Дорога вот так поднимается вверх постепенно, где-то грязь, но чем выше она будет, тем она будет более такая сухая, хотя сейчас, конечно, грязновато здесь, ну, потому что, видите, сейчас тает снег, такое время года, зелени нету. Кстати, кто в теме во Владивостоке, то обратил наверняка внимание, что у деревьев концы обломаны. Это, друзья, последствия ледяного дождя, пару лет назад он был, и наломало просто здесь кучу хвороста. Вот эти все поваленные деревья, это из-за этого. Ой. Это был ручей, который ты увидела там. Мне просто стало интересно, просто я вообще куда-то шел, мне стало интересно, куда пошел. Ручей там был, конечно. Мы же туда ездили с тобой, по-моему. Ездили мы сюда с тобой. Да. На мотоцикле. Как хорошо в походе скушать печеньку, друзья. Так бы дома бы даже есть ее не стал. А тут прям вкусная такая. Весна, птички чирикают. Слушайте. Красота просто. Детвора чуть-чуть подустала. Но печеньки делают свое волшебство. Вы, кстати, видели здесь цветы какие? Смотрите.
Я к своему стыду даже не знаю, что это. Что это? Подснежники что-то? Да что это? Даже не знаю. Ну, по цветам, друзья, это, конечно же, не подснежники. В прошлом году, когда я весной также ездил на мотоцикле, их было гораздо больше, потому что я позже поехал. Вот, они называются не подснежники. Я, к сожалению, забыл, если не забуду, под видео вставлю описание, как они называются. Это вот первоцветы самые, которые растут. Вот это вот, это одни из них. Достаем вкусную печеньку. Тимоша, бери печеньку. Кто будет печеньку? Как хорошо на природе покушать печеньку, да? Да. Ой, вкусненькая печенечка. Ням-ням, давай, ешь ее. Это мне? Да. И мне дали, друзья, печеньку. Я сейчас ее с превеликим удовольствием буду кушать. Ммм, какая вкусненькая печенька. Да. Друзья, кто смотрит ролик не сначала, я вам рассказываю, что мы идем. У нас сегодня пешая прогулка с молодежью на гору главную на острове Русский во Владивостоке. Вон туда мы поднимаемся, вон туда. Там стоит вышка связи МТС, и вот мы туда идем. Вот так вот вокруг дорога поднимается. Здесь очень интересная местность. Вообще, кто бывал в Приморье, знает, что здесь очень много сопок. Ну, в частности, на острове Русский здесь тоже вот такой своеобразный рельеф. Всякие здесь вот есть овраги такие огромные. Немного отдохнули. Детвора здесь полазила по веткам, по всяким. Грязноватая, конечно, дорога сегодня. Но что поделать. Осталось нам совсем немного до верха. Думаю, дойдем. Правда, этот кусочек такой уже грязноватый здесь совсем. Смотрите, это дренаж называется, видите? Ой, осторожно, туда можно упасть. Что-то уронить, и потом не найдем уже. Вот так вот вода, видите, затекает. Класс. Идем. По дороге встречаются кусочки мрамора. Вон сколько нашли детвора. Видите, сколько нашла? Класс. Ну что же, давайте продолжать наши приключения сегодняшние. Восхождение на гору. Да, я чувствую, сегодня у нас детишки, конечно, разомнутся. Физкультура сегодня такая будет хорошая. Да, колючая. Пойдем. Смотри, какой белый снег, остатки снега белого. Ручей, не знаю, видно вам или нет, как блестит красиво. Пойдем, Илья, догоняем маму. Вот сейчас будет поворот, друзья, это уже финальный заворот, скажем так, наверх. Он будет более крутой, ну и мы пришли. Оставайтесь на канале. Вознаграждением, кто-то смотрит до конца, будет потрясающий вид с горы Главное на юг Приморского края. Здесь очень красиво, шикарный вид на море я вам покажу, поэтому оставайтесь, давайте досмотрим эту телепередачу. Друзья, смотрите, здесь какая полянка, и она заросшая вот этими цветочками желтыми. И только что я видел пчелу. Я даже не знал, что уже пчелы-то летают уже в марте. Вот она полетела. Не знаю, видно вам, не видно пчелка, она пуганая. Но какая-то мелкая, как будто как дикая пчелка такая. Хочу снять вам ее, она не дается мне снять. Она очень быстро перелетает. Вот она сидит, видите, сидит, а вот она лазит, пчелка. То есть уже пчелки, оказывается, друзья, выскочили. Кто будет есть пирожок на горе? Да, я! Не буду. Ты не будешь? Последний участок здесь такой затяжной, скажем так, перед самой сопкой. И он такой весь в снегу. Внизу, здесь вот неожиданно для себя встретили машину. То ли они не смогли подняться вверх, то ли они так уже спустились. Короче, друзья, это почти самый верх, можно сказать. Сейчас нам осталось преодолеть здесь буквально еще 150 метров, и будет уже макушка. Смотрите, это на вершине сопки получается. Здесь остатки снега, можно сказать. Ой. Хрянь, он же твердый получается, да? Да. Ой. Все, я тоже сел на привал. Он еще мокрый. А он мокрый, на нем сидеть нельзя, он мокрый. Да. Штаны сразу промокают.
Да, у меня все мокрое. Класс. Скоро, конечно, все это растает. Так, дети, встаем, он мокрый снег. Уже почти вверх, дошли до такого места, здесь прямо столько снега мокрого. Видно, что машина докуда-то до сюда доползла и дальше не смогла. Смотрите, здесь какой свинорой. Ну, буквально скоро, за пару дней, все это, конечно, с такой температурой, как сегодня, растает. Плюс 5, плюс 8 сегодня. Ну, почти, почти пришли, уже детвора уже устала. Пиво тут топает. Печеньку хочешь? Да. Ну, смотри, вот сейчас вот сюда поднимемся, и я дам тебе печеньку. А, тетя Мариша тебя спасет. На, держи печеньку. Илья, будешь печеньку? Нет. Мила, будешь печеньку? Подземила. Будешь печеньку? Ага. Нет. Ну, в общем, можете нас поздравить. Мы на вершине горы. Главное, здесь ветер. Наверное, камера будет шуметь. Я буду громко говорить. Вот вся наша команда здесь. Детвора поднялась. Сейчас мы глотнем сока. Чуть-чуть пофотаемся и пойдем вниз. Спустимся ниже на 50 метров на 100. И там уже будем пить чай, есть пирожки. А пока, друзья, я вам показываю обещанную панораму здесь. Лужа, конечно, смотрите, какая лужа огромнейшая. Ну, может быть, там мыши? Ну, как мы проверим? Никак не проверим. Спустились мы уже чуть-чуть пониже с горы. Наверху она осталась у нас вон там, друзья. Там, конечно, ветрюган. Сидеть не очень. Поэтому спустились пониже. И как приятно в лесочке, друзья, скушать пирожок. Просто офигенски. Чай горячий с шиповничком. Просто офигенски. Поэтому не сидите дома, куда-нибудь ходите. Берите пирожки с собой, друзья. И на природе их кушайте. Сегодня очень теплая погода. Это, можно сказать, лето началось уже фактически. Я думаю, сейчас градусов 7, наверное. Вот так вот я сижу и попиваю чаек с пирожком. Кстати, кто интересуется, пирожки у меня печень с рисом. Очень вкусные пирожки. Хорошо. Друзья, наше видео потихонечку подходит к концу. Миссию мы выполнили, прогулялись на гору, детвору молодежь выгуляли, сами походили, чаю попили. Поэтому будем закругляться, сейчас еще буквально пару минут и пойдем назад уже. Такие дела.